Вот мы уже приготовили какую-то фигню. Ты надурила меня, что у нас есть белый пломбир. Был там белый пломбир? Вот тут. Ты оттуда достала? Да. Вон там. Тебе пи***ли? Как много. Не тебя. Да можешь снимать меня. Не надо, вот нарал на меня, все. Я психанула, потому что ты прям лицо... Я ненавижу, когда кто-то подходит и прям вот так вот камеру тычет. Я не слишком уверена в себе, чтобы так делали. Рецепт был слишком короткий, Ника на меня нарала, поэтому никакого рецепта не будет. Раша на меня обиделась. Можно хотя бы твой напиток чудесный снять? Фак. Твою мать, птицы насрали на... Твою мать! Христос воскрес. Блин, неудобно, ну что тебе, как ты снимаешь? У меня то руки трясутся. У меня наоборот так руки трясутся. И когда мы будем говорить, что мы собираемся попить пивко, мы будем говорить только такое. Потому что мы будем за ЗОЖ. Егор же тоже за ЗОЖ. Мы можем сейчас яйца покрасить, кстати. Выбирали. Какой смысл? У нас и так их куча, мы сейчас их покрасим, и никто их не будет есть. Мама сказала покрасить, она даже уксус купила. Ну, я понимаю, что она купила уксус. Просто у нас этих не яиц куча, мне кажется, мы их будем еще дня три есть. Еще, мне кажется, скорее всего, родители с дома оттуда придут, они еще что-нибудь принесут. А может, и не принесут. Please. Что вы думаете? Because my arms in water. Не прошло часа... Happy! Да не ори! Не прошло часа, как мы опять на кухне. И Ника снова пьет. Ника снова пьет. Выходи. Это было? She think I'm God. Невкусно. Тюлени на небе. Вот второй, вот этот. Вообще вылитая нерпа. Отвечаю, это семья их. Видите, ни одного облачка, вот ни одного. И именно они. Это знак. Они ко мне пришли. Посмотрите, какая у нас прекрасная сегодня погода. Ника, а что твоя машина делает? Что припарковалась где-то не там сегодня? А что твои кастрюли упустили? Кися! Так как я добрая, я дам что-то котику. Какой? Будем стрелять? It's my parents' number. Подожди, я сейчас... You don't have a cell phone? No, the girl. Пошла кормить котов. Там еще кошка. Кормлю всю колбасу котам. Улич. Омай гад. Так. Блин, там еще третий появился. Ника.
Боже, и четвертый идет. Все, закрываю. О, мальчики. Где? Им по 8. Какая степень шизофрении, если нам с Никой мерещатся люди в доме? Вот прям вот тут мне мерещился чувак какой-то. Какая это степень вообще? Я заметила, как я только достаю камень, Марсик сразу приходит прям. Позерки. Позер. Тихо.
делаешь? Тут газета. И потом он сюда залез. Ника, отойди. Давай, мам. Ты давай, прикрутим. Это что, я вниз за ней спущусь? Кому-то по голове когда. Достаешь? Да здесь-то я достаю. А вот вверх. Все равно сосед сверху завтра это дело исправит. Перфект, amazing! Кайф! Прям грязь. Ты не устала? Прям грязь стекает. Или это такая вода грязная? Интересно, вот нанимаешь, чтобы почистили, помыли окна, точнее. Они на эскалаторе моют? Или да. Так же с дома выходят просто к окну? Нет, они же эти, подвешиваются как-то. С крыши. Да.